Всем привет! Данный видеообзор подготовлен специально по заказу рыболовного интернет-магазина fmagazin.ru. На обзоре блесна от производителя Generic Craft, называется она Cast Asper. Это еще одна разновидность, как коверкует название Cast Master. Это что-то новенькое, ну да ладно. Итак, Cast Asper 7 грамм и в размере... То есть в длине 41 миллиметр. Хочется сказать, что у данной блесны просто какой-то невероятный диапазон по размерам и развесовкам. Очень много. То есть, ну, обязательно подберете себе нужную блесну. Есть 45 миллиметров, 51, 54, 56, 65, 68, 71, 79. Вы представляете, просто они там каждые 2-3 сантиметра у них шаг. И также по весам от 7 грамм, от самой маленькой, и аж до 46 грамм, который уже можно использовать даже для морского такого отвесного блеснения. То есть данные блесна подойдут для любых условий, для пресной воды, для соленой, для рыбалки в заброс, для отвесного блеснения как в летний, так и в зимний период. То есть это супер универсальная приманка, я думаю... У каждого рыбака в коробочке имеется что-то подобное. А еще хочется сказать, что цены на них вполне себе доступные. От 100 рублей там, до 250, в зависимости от размера и развесовки. И у вас есть универсальная приманка, которая может вам пригодиться в различных условиях. Ну, по крайней мере, многие новички всегда начинают с подобных приманок. И вот у данной фирмы тоже появилась такая форма. Вся информация указана на лицевой стороне данной приманки. Данные приманки, они очень дальнобойные. В основном у нас в России привыкли ловить на них жереха. И он, в принципе, довольно-таки неплохо на них реагирует. Я взял в такой вот интересной расцветке. Внутренняя часть просто серебряная, а снаружи он 50 на 50, покрашено серебро. И в такой вот желтенький цвет, не особо яркий, не сказать, чтобы он прям отталкивающий, так как многие говорят, что жерех не любит никакие там расцветки, кроме синего и серебристого, но я думаю, что и такая расцветка имеет место быть, так как подобных приманок, естественно, у меня тоже довольно-таки много, и для разнообразия взял с желтой расцветкой. На сайте представлены 8 цветов, есть и однотонные расцветки, золотые, серебряные, медные, и есть пополам покрашенные, как в данном случае, есть с красным, с красной половинкой, есть с синей половинкой и есть интересные кислотные расцветки 722, 723, имитирующие, ну, какого-то небольшого окунька. В основном могу посоветовать для ловли окуня, для ловли жереха, можно зимой, можно летом, ну, то есть это сверхуниверсальная приманка и в небольшом таком ценовом сегменте. Качество неплохое, тройничок небольшой, оснащается через заводное колечко. Заводные кольца здесь тоже довольно-таки качественные. Поэтому за недорого можно приобрести неплохую интересную приманку фирмы Generic Craft. Называется Cast Asper. Ну а на этом мой обзор подошел к концу. Всем спасибо за внимание. Пока!